Друзья, всем вам доброго дня. Пока за рулем, решил записать небольшое видео. Эфир не стал запускать, потому что, чтобы не отвлекаться на чат. Вот. Немножко показать город и просто чуточку поговорить. Смотрите, где-то прочитал комментарий, то, что заказывала талисман, пишет человек. И ни ответа, ни привета. То есть написали на e-mail, а мне никто не ответил. Сразу хочу пояснить такой момент, то что ответ получают первые 10 человек. Я это всегда во всех объявлениях говорю. Если вы попали в первую десятку, то получают ответ. Также многие спрашивают по поводу старого образца, нового образца. Старый образец, он без кожаной подвески. Новый образец, он с кожаной подвеской и делается немного дольше. Еще, что хочу сказать. Многие, вот в последнее время, особенно в последней заявке было, допустим, человек 15-20 отправила заявку. После этого, ну, я ответил, допустим, первым десятерым, что ваша заявка принята, координаты на оплату такие-то, такие-то. То есть, когда оплатите, обязательно сообщите. Вот. А люди либо не читают, либо читают, а потом, допустим, через месяц оплатят, вот, и не сообщают. А потом пишут комментарий у Самира: я оплатила, а вы мне даже ни ответа, ни привета. Но вы хотя бы напишите, что... Самир, ну не могу я сейчас, допустим, через, допустим, дней 5 оплачу, и потом обязательно, строго по черно-по-белому уже было написано то, что обязательно сообщите, потому что, чтобы ничего потом не перепутать. Вот. Но нет же, люди поступают так, как хотят, либо бегут моментально, увидели объявление и заявку оформляют совсем не так, как надо. Хотя я 100 раз в объявлении прошу все в одном письме. Ладно, суть не в этом. Что хочу сказать. Друзья, если кто-то, вот кто-то заказал талисман, оплатил его позже, и вы потом не получили почтовый чек, напишите мне на e-mail про это. А если кто-то хочет заказать талисманы, то нового образца будет объявление на талисманы сегодня к вечеру. Сейчас мы едем в старой части города, поэтому здесь немножко такая узкая улица. Вот. Думаю, теперь все понятно. Сегодня запишу ритуал на основной канал. Это исполнение женского желания. И если будет время, запишу ритуал с водой. Тоже очень замечательный. Когда вы идете в душ... Вот. Можете делать хоть для профилактики этот ритуал каждый раз. Вот. Ну все, друзья. Буду уже прощаться, просто подъезжаю. Следите за основным каналом. По поводу талисманов объяснил. Но опять-таки говорю, если кто-то когда-то заказал и, ну, позже, допустим, оплатил и не сообщил еще про это, то сообщите про это мне на email адрес. У нас, кстати, уже намного больше 300 тысяч становится. Кто не видел, на основном канале у меня вышел ритуал с новой обувью. Кстати, сейчас я его еще поясню по новой обуви. Многие спрашивают, кто не видел, посмотрите, кстати, это видео. А многие спрашивают то, что: Самир, а если у меня босоножки, как туда, либо босоножки, либо вьетнамки, как туда засыпать обувь? Я, честно говоря, в комментариях ответил, не обувь засыпать, а пшено, извините, пшеницу. А я в комментариях отвечал, но потом смотрю, нет, люди комментарии не читают, поэтому, может быть, сейчас здесь поясню. Все очень просто. Вот купили вы, допустим, босоножки, ну, к примеру, босоножки, либо вьетнамки, и хотите провести с ними ритуал. Просто по пакетам рассовываете и кладете в каждую из босоножек. И все. Это абсолютно элементарно, ничего тут
страшного нету. Также у нас, кстати, сейчас растущая луна, первые дни растущей луны. Можете подобрать у меня на канале основном ритуалы на растущую луну и провести их. Ну все, всех вам благ, удачи вам, успехов, следите за основным каналом. Эти дни будет реально очень много новых работ. Всем удачи!